повторю мысль, когда сегодня до меня дошло, что следующие там 35 лет условно я должна следить за тем, чтобы у меня не было болей. Я офигела от этого момента, потому что в лет 20 я думала, я вообще об этом, честно говоря, особо не думала, но я тогда по привычке делала упражнение зарядку, вот. Чуть попозже начала уже задумываться на эту тему. Ну а сейчас, конечно же, я прям задумываюсь и заморачиваюсь немножко. А сегодня я прям совсем задумалась. И вот, наверное, почему выбор был сделан в пользу сделать 10 тысяч шагов и, соответственно, с вами побыть. Что все можно совместить. Я, честно, немного растерялась, потому что что-то мне как-то стало... То есть это типа какой же труд, какой это труд. То есть просто, ну, то есть... У меня был период, когда болели суставы и колени, и мне это не очень нравится. И период, когда там, у меня шея болела, и спина, и прочее. И вот когда я уже, ну, прям очень много внимания туда подключила, но потом дозировку снизила своего внимания, то вот, пожалуйста, бонусом жизнь практически без боли. И это очень крутое состояние. Сейчас вот мои рекомендации, наверное, это каждый день, ну, можно почти каждый день, то есть не ждать, пока вы там все заноет, а все-таки мазать, например, мазью. Вот. Мазь — это прям круто. Ну, то есть расслаблять хотя бы, расслаблять верхние. Вот. Так, сейчас будем пробираться сквозь лужи, наверное. Кстати, зимой бы я так не записывала, потому что было бы холодно для горла. В общем, я рада любым рекомендациям на тему жизни без боли. И сама очень, ну, много записываю, стараюсь, делюсь в отдельном проекте, который назывался «Зарядка», но потом он стал более широкого применения. И так как я прошла еще тему и прохожу постоянно тему сообщества и так далее, люди, взаимодействие, и как круто нам объединяться в сообщество, чтобы поддерживать друг друга, обмениваться опытом. И, знаете, как бы такой классный стимул. Кто-то делает, ты смотришь, ну да, тоже пойду сделаю. Поэтому теперь это превратилось все, этот проект превратился в сообщество. Сейчас там 100 с чем-то людей. Они просто тоже добавляются. И теперь оно называется «Будь как котик, разомни лапки». Вот так вдохновил меня один человек. Но я, правда, до этого тоже нашла. Тоже... Мне нравится тема, когда ты делаешь проекты, что уже есть много-много команд. Я вам сейчас расскажу про то, как я пишу книгу. Книги во множественном числе, на самом деле. Смотрю на время. Отлично. Время отлично. Очень быстро я сюда дошла. Наверное, вы слышите хруст снега. Ну и отлично. Минутки зимнего такого. Вспомнила сегодня опять, как жила в горах. Свои есть плюсы, свои нюансы. Так вот, я недавно консультировала на тему написания книги. Больше даже поделилась, потому что сейчас я сосредоточена на написании своих книг. Поделилась возможностью, что вот, мол, есть такой ресурс Ридера, где ты можешь взять и издать свою книгу за 0 рублей. И я как бы увидела обратную связь от нескольких людей, что вот, мол, нужны команды для проектов, нужно то, нужно все.
А я некоторое время назад поняла такую классную штуку, что, ребята, а ведь команды есть. Они во всех платформах, сервисах. Ты берешь Canva, и там огромная команда. Ты берешь YouTube, и там огромная команда. И они уже почти все сделали для тебя, а тебе нужно только там пару кликов, и все. И более того, есть поддержка у этих же команд. И так во всех сервисах и платформах. И это удивительно. Потому что, когда ты понимаешь уже так это, ты такой, а, ничего себе, так столько команд существует. Так это ж можно развернуться и сделать столько.